Здравствуйте, друзья! У нас ежедневный расклад «Карта дня» 14 августа. Сегодня у нас пятница. Давайте посмотрим, что нам приготовил этот день, 14 августа, для зрителей этого видео, как «Карта дня». Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на моем канале. Карта дня 14. Первый вариант. Второй вариант и третий вариант. Выбирайте вашу карту. Можете посмотреть весь расклад. Хорошо, я начинаю с первого варианта. Здесь у нас старший аркан отшельник. Ну, как бы карта вам советует сегодня посвятить день себе. Постарайтесь сегодня отстраниться от внешнего мира, ну, насколько это возможно. Хотя бы уделите себе час-другой. Скорее всего, у вас есть какой-то вопрос, ситуация или решение чего-то. То, что вам нужно обдумать. Здесь как бы карта говорит, вам нужно будет уединиться со своими мыслями, чувствами. Потому что это поможет вам трезво оценить ситуацию и принять по-настоящему мудрое для вас решение. Может быть, вы станете сегодня перед каким-то вопросом, в котором вам нужно будет или поискать ответы внутри себя. Если вы понимаете, что у вас нет ответов на какой-то вопрос или ситуацию, тогда, значит, нужно будет обратиться к знающему специалисту. Это может быть получить совет от бизнесмена, юриста, может быть, медика, преподавателя. А может быть, получить поддержку и совет у вашего духовного наставника. Но как бы карта говорит, сегодня не предпринимайте никаких активных действий, то есть тщательно не продумав, ну, не только последствия этих действий, но и как вам добиться чего-то, как вам решить какую-то задачу. Ну, а связано это может быть с чем угодно. И с работой, и с бизнесом. Вообще может быть решение пойти по своему собственному пути. А может быть, если в отношениях какие-то у вас проблемы, то карта говорит, может быть, нужно побыть какое-то время в одиночестве, чтобы осмыслить, нужны ли вам старые отношения или брак, и нужно ли вам вступать в новые отношения. Может быть, вам пока комфортно побыть наедине с собой. Ну, еще эта карта идти по пути своего предназначения. Но еще человек ищет духовную составляющую в этом мире. То есть, когда в определенном возрасте мы понимаем, что не только материальный мир играет большую роль в нашей жизни, но и наше духовное развитие. Еще карта говорит, что все ответы на ваши вопросы, которые вы ищете внутри себя, вы их найдете и получите, когда будете к этому готовы. Хорошо, второй вариант. Опять старший аркан. Старший аркан колесница. Ну, здесь, конечно, продвижение. Здесь динамика. Карта говорит, что не ситуация сегодня будет управлять вами, а вы будете управлять ей. Тут любое, даже самое трудное дело, за которое вы сегодня возьметесь, все вам будет по плечу. Карта дня говорит, если вы сегодня сумеете проявить такие качества, как организованность, предусмотрительность и целеустремленность, вы сможете добиться успеха в важном для вас деле или значительно продвинуться вперед. Мы сейчас, конечно, посмотрим. Здесь может быть продвижение по службе. Может быть, рост полномочий, рост зарплаты. Здесь может быть решение финансовых вопросов. Это, знаете, когда как бы колесница говорит, вот что-то
никак не развивалась, не двигалась, и наступает прорыв. Давайте одну карту. Здесь, может быть, и с отношениями, конечно, связано. Да. Человек очень долго пробивался. Были преграды, были препятствия. Может быть, конкуренты. Может быть, кто-то вам постоянно вставлял палки в колеса. Может быть, вас просто кто-то отговаривал. Да у тебя не получится, даже не начинай, да? И вот здесь карта говорит, вот это вот ваши очень большие усилия, когда вы долго-долго над чем-то не то что бились, а куда-то пытались прорваться, вот прорыв сегодня наступит. Вот у вас две семерки, и они разные, да, но это старший аркан. То ли вы сегодня обойдете каких-то конкурентов, то ли вы сегодня, знаете, еще семерка говорит, когда кто-то посягает на нашу собственность, на нашу территорию, на наше место работы, может быть, даже на наши отношения. Здесь именно прорыв, да? Тут, знаете, одну карту сейчас еще. Паш Пентаклей. Скорее всего, здесь повышение по карьерной лестнице, продвижение по службе, повышение зарплаты или какое-то предложение. Ну, например, ваш бизнес. Долго-долго вы вот бились, да, сегодня может поступить то ли какой-то заказ. Но заказ хороший, потому что по колеснице это именно вот вам дают задаток. Тут еще у нас колесо фортуны. Вот я говорю, какой-то удачный шанс вам вырваться из какой-то сложной ситуации. Здесь может быть еще, знаете что, для кого-то актуально. Долго человек не мог что-то продать. Ну, например, продавали там квартиру, да. Долго вы и цену уже вы скинули, и предложение просматривали. Много конкурентов, много кто продает. И здесь вы сегодня можете получить задаток. Вот колесо фортуны, да, вот удачный шанс сдвинуть ситуацию с мертвой точки. А для кого-то здесь отношения были очень сложные. Тут вы или боролись с самим собой, или с самой собой. Сомневались, да, оставаться в этих отношениях, в этом браке. Здесь вы можете вырываться из старых отношений, вырываться из брака из-за того, что у вас новое знакомство. И по пажу Пентаклей, это очень... Человек придет в вашу жизнь с очень благими намерениями. Такие, знаете, хорошие, стабильные отношения. Ну, тут для кого что? Но прежде чем вот эта колесница сработает, вам нужно будет тщательно все продумать. Вот как я говорю, не только как вам действовать, может быть, получить у кого-то консультацию, совет, но и продумать последствия этих действий. Ну, по колесу фортуны здесь вас ждет удача. Хорошо, третий вариант. Ой, солнышко. Вы смотрите, у нас три старших аркана и еще колесо фортуны. Но вообще день будет очень удачный. Если у вас были какие-то дела, которые зависли, сегодня, может быть, при помощи какого-то человека или вы сами продумаете тщательно, вы можете свою жизнь сегодня, вы знаете, как жизнь повернется к вам хорошей стороной, да, благоприятной стороной. Вы сегодня можете вырваться из какой-то сложной ситуации, вот как прорыв. И в вашу жизнь приходит счастье. Это, во-первых, карта исполнения желания. Это карта успеха, счастья. Если это касается работы, вот этот прорыв, то это может быть признание у вас как специалиста. Это реализация в творчестве, в карьере. То есть, когда приходит солнце, она говорит, что вот она высвечивает все темные уголки в вашей жизни, у вас приходит понимание, ясность. Но в первую очередь это реализация. Если в любви, то здесь может быть для кого-то уже бракосочетание, для кого-то может быть предложение руки и сердца, что-то связано с детьми, зачатие, рождение, успехи по поводу ваших детей. Потому что Паш еще может говорить о ребенке, да? Вот прорыв куда-то, было очень много конкурентов. Ну, поступление, например, в какой-то вуз, престижный вуз. И вас будет переполнять счастье, что ребенок ваш смог добиться какого-то успеха.
Ну, знаете, эта карта говорит, что все трудности остаются у вас позади. У вас выглядывает солнце, которое нам не только светит и освещает, но оно нас еще и согревает. Поэтому прежде чем вот этот прорыв в вашу жизнь придет, вы должны тщательно все продумать, понять, что это ваше, что вам это нужно, или получить у кого-то дельный совет. Да? И вас ждет колесо Фордоны, колесница и... То есть начинается благоприятный период в вашей жизни. У всех свои вопросы. У кого-то с карьерой, с бизнесом, у кого-то сменой места жительства, у кого-то отправление может быть в отпуск. Но неожиданные, знаете, как какая-то может быть горящая путевка, да, открыли границу, и вы отправляетесь вот греться на солнышке, может быть, с детьми. Ну, у кого-то тут может быть новые отношения. Вот такой у нас получился день 14 августа. Я благодарю вас за просмотр. Хорошего вам дня. До свидания.